Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, что у нас нового? У нас морозы прошли, и теперь нас опять будет заваливать снегом. Ой, у нас тут, видите, следы, ходит кто-то. Вот. Что, дорогие мои, спасибо вам большое за поздравления. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Ой, Лёша и мой любимый муж, спасибо вам огромное за такие прекрасные цветы, за мои любимые цветы, которые пахнут конфетками. Да. Ну что, мои хорошие, я вас целую за ваши прекрасные поздравления, теплые. Обнимаю. Я прекрасно знаю, что все вы смотрите мои видео, просто не все отваживаетесь написать комментарии. А я вот решила вам в своем видео всех вас поблагодарить за поздравления. Ой, никуда я не хочу выползать, как всегда. Я, конечно, такой товарищ. Боже мой, кто-то летит. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете, это называется. Вот. Ой, я, как всегда, не очень люблю свой день рождения. Почему я его не люблю? Потому что это еще на год ты стал старше, да? Или старее. Ну, кому как нравится. Поэтому и каждое вот это вот напоминание, что вот ты вот старше. Ну, как-то не очень я это люблю. Вот, но все равно, тем не менее, конечно, все равно приятно, когда люди звонят, поздравляют, помнят про тебя, любят тебя. Да, я вас очень люблю. Ну что, никуда выползать не хочу, я как улитка в раковину забралась, никуда. Мужу сказала, что никуда, если только завтра, сегодня никуда не хочу. Вот, у нас тепло, хотела сегодня завести шайтан-машину, а так как у нас тепло, она, конечно, снег не захотела кидать. Но ничего, подожду, когда чуть-чуть подмерзнет, и снег будет нормально бросаться. Всех целую, обнимаю. Пусть все ваши прекрасные, самые прекрасные мечты обязательно сбудутся. Пусть у вас на душе будет легко, тепло. И самое главное, мира вам и любви. Ну что, а пока? Пока!